Химках начали подготовку к зимнему сезону. На уборку снега выйдут 7 муниципальных предприятий. Это обсудили на общегородском совещании с Дмитрием Волошиным. Уже подготовлено 214 единиц техники и больше 1000 человек персонала. В данный момент ищут место для складирования снега на случай обильных осадков. Пока для этих целей рассматривают микрорайон Сходня. Также на совещании обсудили старт отопительного сезона. Тепло подали в школы, детские сады и больницы, а также во все 1272 многоквартирных дома. За последнюю неделю поступило почти 1500 обращений от граждан, больше, чем на прошлый. Связано это с желанием людей получить информацию о времени подключения их дома. Все заявки оперативно отработаны.